Сегодня в 13:00 на центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу Красноармейский 72. Согласно расписанию выезда первого местного пожарно-спасательного гарнизона, по данному вызову были отправлены силы и средства по второму рангу в количестве 9 основных пожарных автомобилей и 6 специальных автомобилей. На момент прибытия происходило возгорание на втором этаже в помещении солярии. Силами и средствами было проведено, подразделений была проведена разведка, проведено боевое развертывание, подано стволы на тушение и защиту. Площадь пожара составила 30 метров квадратных, эвакуировано 98 человек силами администрации.